Как всегда, лучший промокод FIRE1 дает тебе 30% к пополнению, а также удачу. Привет, дорогие друзья, сегодня вышел новый кейс, или не сегодня, точно не помню, но мы его обязательно протестим, и он называется Resort. Тут дропы, конечно, сочные, то есть коготь волны хотелось бы мега, акихабары с хорошим шансом, и, конечно же, тут есть Посейдон. И давайте вот просто пробовать, я не знаю, максимально респектабельно было бы, если бы мы хотя бы выбили... Ну, сразу бы Океанское побережье, плюс реп был бы какой-никакой. Но не сильно сожрало. Минус соточку мы словили. Конечно, я надеюсь, что хотя бы какой-нибудь первый класс или вот кайманчик будет дропаться. Сразу окуп со второго спина мы ловим. Нереальный окуп. И 10 пинчиков, ребятки. Но вы должны понимать, что это максимальнейший риск, который может быть. Поэтому с вас, конечно же, лайк. И используйте промо FIRE1, если вы играете на MyCSGO. Потому что... 30% к пополнению, плюс это самый удачный промокод, наверное, который вам дает заносики. Но пока что так, знаете, слабо. Окупились, да, но круто, но мало, хочется еще больше. Знаете, когда ты ловишь занос, вот в прошлом выпуске мы словили М9 нож, который стоит очень много, и, конечно, хотелось бы повторить такую судьбу и... Ну, почти. Кайман. Это плюсовой спин. Это максимально плюс реп спин. 16 кусков. Не, ребятки, я не знаю. Когда MyCSGO добавляют новые кейсы, это либо два варианта. Первое. Начнет очень много жрать. Второй вариант. Это мега заносной кейс, который будет тебя постоянно в плюса выводить, показывать тебе настоящие, я не знаю, Мальдивы, путевку тебе купят. И мне нравится от этого то, что новые кейсы всегда мне... Как-то хорошо перепадают удачи, чем, знаете, старые крутить. И бывает, конечно, такое, что как в тот раз мы купили новый кейс, то есть открывали его, и он нам ничего не выдавал на протяжении 50 спинов, то есть я без шуток говорю, мы по 10 штук, 50 спинов сделали, и ни разу не выдало. Кстати, вот что я заметил, это то, что... Самая лучшая инвестиция летом – это формочки для льда. То есть, если у вас есть такие вот формы для льда, куда вы воду наливаете и в морозилку ложите, и со временем он становится льдом, то это вообще круто. Если у вас нет, то обязательно купите, потому что, знаете, вот в летнюю погоду, когда жарко, когда вообще невыносимо ужасно жарко, вы можете просто купить ту же самую, я не знаю, колу, какой-то напиток, и туда добавить льда, и из трубочки пить такой плюс вайп. И тем более это намного выгоднее, чем купить это в каких-нибудь заведениях, да? Все-таки там оверпрайс лютый идет на напитки. Поэтому прикольно. Еще сейчас создают такие, знаете, в магазине продают такие стаканчики, и там уже лед есть, и сверху напиток добавляете. То есть это максимально круто, поэтому давайте уже смотреть. 14 тысяч нам выпадает, и уже 20 тысяч. То есть мы на ножевой кейс приближаемся с каждой секундой все ближе и ближе. И я молюсь, чтобы мы действительно открыли ножевой кейсик, потому что давно его не крутил, а хочется заносика прям лютого. Пока играет этот кейс, давайте будем сидеть тут до 7 тысяч баланса, 100%. Дальше не вижу смысла. И так видно, что он нас неплохо окупает. Вот каждый спин это окуп. Вот почему раньше такого не было, что я открываю кейс, а каждый спин окуп. Обычно я захожу, открою там пару спинчиков, сделаю по хайролу, и все. Дадап. Ну ладно, вот сейчас я надеюсь, конечно, что хоть что-то будет. Ну, страж, это уже минусовой пошел. Пожалуйста, только... Ну, это тоже минусовой спин. Не пугай меня, кейс. Каждый спин это минус 3000 все-таки. Это вроде плюсовой. Ну ладно, все. Я предлагаю выйти на хороших плюсах. Я хочу открыть ножевой кейс. Именно поэтому мы спускаемся ниже и видим... Конечно, можно было бы открыть вот этот кейс. Но давайте вот биткоин просто на шару. Я хочу все-таки дорогой ножевой открыть. А обычный ножевой как-нибудь в другой раз. Потому что у нас выпуск идет хорошо. Но если биткоин разве что выдаст какие-нибудь норм дропы, но это вообще ужас. Это еле окуп, да? А, не подождите, не-не-не. Это не то, что еле окуп, это плюсовой вообще максимально.
Фух, вот теперь главное не обманывай, потому что бывает такое, что ты открываешь CS2 кейс, и тебе наваха какая-то падает за 10 тысяч, и ты в таком тильте весь выпуск. Но если ты меня заскамишь, дружище, будет неприятненько. Ну, нет, 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 это минусовой. Ну, 25 тысяч, да? Ну, как же я угадал. Ну, давайте обычно на живо откроем. Ну, тут, конечно, да, тут дропы вообще нереально лютые могут упасть. Но я надеюсь, что хоть что-то выпадет. Но только не на ваху, только... Фух, хорошо, ребятки, это 70 тысяч, да? А, даже 90. Ну, уже мы, ну, то есть, с нового кейса раскурили до ножа. И деп у нас был приятный 7 тысяч, и все, отлично. И можно остаться при этом и попробовать открывать другие кейсы. Вот, допустим, аквариум. Вот аквариум кейс сам по себе прикольный. Он часто окупает, тоже давайте разберем, как он сейчас будет именно играть у нас кардио. Ну да, пока что не пахнет дорогим скином каким-то. А пахнет тем, что после хорошего окупа он начнет нас сливать. Вот почему такие прокруты всегда не работают. То есть вы видели, как он 100% перекатил дроп, который не должен был быть. Ну и сейчас бы докатил до ржавого кобальта по такой логике. Но прокруты тут максимально рандомные. И это прикольно. Вот сколько ржавый кобальт стоит? 7 тысяч. Ну мог бы и выдать, братишка. Но это окуп, это 3 тысячи. Я знаю уже, по 250 цветы прибоя стоит нормальную сумму. И давайте вот хотя бы попробуем подняться еще. Ну, это максимально скам-прокрут был. То есть я уже верил, что это нож Боуи. И я надеялся, что вау, все, наконец-то. И тут просто бэмс, он решает. Ну вот сейчас докатит до потока информации. Ну что это за бред? Он по-разному крутит, это неприятно, это максимально неприятно. Пожалуйста, прошу тебя, ну хотя бы один еще окуп, и мое настроение сразу с нули... все, это плюс вайп. 10 штук теперь откроем, я не знаю, ну давайте 5 фастом. Говно, нормально, нормально. 7 тысяч вернули то, что, ну хорошо, считайте, что не открывали. Вот теперь у меня есть идея открыть Legends Never Die. Но знаете, в чем фишка, ребят? В чем фишка? То, что этот кейс максимально скрытопульный. В том плане, что сколько я открыл тут, наверное, штук уже 20, и ни разу не окупил. Это вообще нормально? И даже сейчас не окупилось. Ну что это такое? Ну сколько можно не окупать? Это уже несправедливо, это мега несправедливо. Ну, кстати, это первый, наверное, просто спин, который чуть-чуть вернул баланс. То есть вернул то, что мы открыли. И походу не судьба. Ну, конечно, конечно, перекатишь нож. Мигалка. Ну, кстати, это плюсовой спин был. Ну, красный глянец, ну я не знаю, это кейс проклятый, клянусь вам. И последний спин давайте дадим на каком-нибудь дорогом спине. Вот. Хромхёрдс. А, у нас не хватает 3 рублей. Ну, давайте Inside Out фастом откроем. Unlucky, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Подняли с вами хороший ножик M9 Bionetic. Всем пока.